19 января православные христиане встретили праздник Крещения Господня. По традиции, в этот день в храмах Увадского района прошли торжественные богослужения, после чего верующие проследовали к оборудованным на реках купелям. Мы находимся в селе Горно-Слинкино, это река Иртыш, 527 километр. Впервые здесь организовано место для купания. Для нас это очень трогательно и знаменательно в сегодняшний день, потому что освящение на речке совершается первый раз. Обычно наше освящение всегда было в храме. Жители населенного пункта собрались на берегу Иртыша, где осуществилось таинство освящения воды. Каждый смог взять с собой частичку святыни, которая целый год будет храниться и разумно использоваться в благих целях. Слава Богу, что у нас люди усердствуют, храм и приход развивается, и с Божьей помощью мы выходим на общий уровень православных приходов, и жизнь приходская у нас движется, и мы с Божьей помощью, укрепляясь и молимся за всех, и за весь мир, и за нас всех, чтобы благополучие было, и счастье, и радость, и особенно праздники, которые нам Господь дарует. Несмотря на ледяной ветер, оказалось немало желающих омыться в освященных водах Иртыша. Тех, кто решился на таинство, переполняет масса эмоций. Замечательно, классно, не первый раз. Все замечательно, все хорошо. Поначалу вроде это холодновато, а потом тело горит, все разно, это жарко становится. Всего в крещенских купаниях приняли участие более 800 жителей района.